Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике мы поговорим о такой вещи, как бодигруппы. Ну и как добавить курицу на вашу карту. А вы замечали, что в CSGO курицы бывают разной внешности? Одна в свитере, другая с тыквой на голове и так далее. Если за раскрас текстур модели отвечает параметр skin, то за измененную внешность отвечает переменная body. Бодигруппы – это, так сказать, дополнительные части моделей, которые могут навешиваться друг на друга или просто заменяться, подобно скину. Чтобы узнать, есть ли у модели бодигруппы, можно просто поменять значение с нуля на единицу. И вот. Либо же посмотреть модель через Model Viewer. Возможно, в следующих видео мы будем учиться создавать свои бодигруппы, хотя бы на примере пропера. А сейчас просто проверим, работают ли бодигруппы в игре. Создаем курочку. Спавним любую entity и меняем ее класс на chicken, которого по умолчанию не существует в хаммере. И добавим вручную параметр body, где укажем третью группу. И курица должна будет появиться в свитере. Компилируем карту и смотрим на результат. Курочка в свитере, как и нужно было. Надеюсь, это видео было хоть немного информативным. Удачи, тамадачи!